Всем приветики. Только что в Steam вышло обновление с самого клиента. Я его только что скачал. Блин, прикольно выглядит, реально так классно. Ну, это, конечно же, не очень начальная страница. Здесь в том плане то, что сразу непонятно ничего. Кажется, блин, что произошло, столько всего нового. Но на самом деле все просто. Вот. Что нового, то есть обновление всех игр. Вот эти игры, которые мы недавно запускали, как раз по порядку, как я их запускал. В порядке очереди. Это все игры, которые у тебя уже есть. Их тут очень много, тут и ползунок большой. Можно выбрать как коллекции, то есть, например, по категориям. Вот у меня есть игры, которые я добавил в определенную категорию. То есть те, которые мне больше всего нравятся. Либо избранные, вот те, в которые чаще всего играю, вот они. А можно здесь еще библиотека. В библиотеке тоже я сразу подумал, что не очень раньше было видно. Только те игры, в которые я играю, установлены, а сейчас вообще все. Но здесь есть такая кнопочка, вот она. Показать только готовое к запуску. Нажимаем, и все. И сразу убирается все лишнее, остается только то, как раз таки, что установлено. Когда нажимаешь, красивое сразу такое оформление идет. Здесь вот подробная информация об игре, достижения, так все красиво выглядит, часы, активность какая-то, это, наверное, сообщество. Идет с другой стороны, справа, это уже друзья, которые играли, достижения. Значок, который можно собрать, дополнительный контент, скриншоты, наводишь такой вот. И видно все прикольно, кстати. Отзыв твой есть. Ну, дальше уже пошел контент сообщества. Грузится. И так во всех играх тоже вот. Можно посмотреть информацию. Сколько наиграно. Какая-то активность игровая. Те, кто в это все играл, достижения, значок. Кстати, карточки так прикольно смотрятся. Такие 3D-шные получаются. Потом какой-то твой контент. Контент друзей твоих. Вернее, достижения какие-то. Ну, а дальше уже снизу должен идти контент сообщества. По идее, загрузить больше активности. Вот. Такая прикольная штука. И так во всех играх. И это круто. Мне очень понравился новый интерфейс. Хотя немного непривычно, но так если посмотреть, то, блин, круто. Так вот все так стильно выглядит по-новому. Классненько. Хотя сразу вообще, я вот когда была домашняя страница, вообще ничего не понял. Смотришь сюда и сразу теряешься. А когда ставишь коллекцию, например, вот так вот, сразу видны те игры, в которые ты играешь. И вот эту вот галочку тоже надо поставить, чтобы видеть, если, например, у тебя там, может, миллион игр каких-то, это ж... И установлено штук 10, зачем тебе все это смотреть? Нажимаешь то, что установлено, и вот видишь только то, что установлено. Вот такие дела. Как-то так. На этом все. Всем покедова.